дядь Митя, я сегодня опять еду на эвакуаторе отвозить свою машину на ремонт. Потому что решил я так. Буду ставить, наверное, механику на свой автомат, да? Сейчас на погрузчике поедем до Бахметьево 4 и узнаем, что там они мне скажут, сколько будет стоить и сколько надо будет запчастей покупать. Все под вопросом, конечно, все под вопросом. Но будем надеяться. Сейчас будем грузить свой автомобиль и ехать туда. Машина должна ездить, не стоять. Тут тормоза все заклинили, еле-еле ее погрузили сейчас. Я представляю, если бы мы с толкача бы ехали, блин. Вообще была веселуха, конечно. Да. Ладно, все, собираемся в путь, дорогу. Сейчас будем узнавать, сколько будет что стоить. Еще такой момент, то что, ребят, никогда не ведитесь на обманы, которые есть в сети. Мне предложили коробку автомат купить, ну сначала предоплату. Все ссылки я скину, конечно. И вот сейчас вы увидите стоимость ремонта, который мне насчитали. Сейчас я вам покажу. Нет, не в ремонте коробка. Она у меня в багажнике лежит. В разобранном состоянии. Все. Сейчас будем узнавать, еще сколько будет стоить. Они вроде пообещали 15 тысяч, чтобы мне переделать, ну и запчасти купить. Короче, японский автомат, ни хрена он не надежный, как все мне пишут, как мне все говорят, что самый надежный, ни хрена. У всех он ломается, поверьте мне. Потому что я с этим связался и узнал, то, что реально у всех он ломается, блин. У кого эти автоматы были. Так что вот так вот. Классные коробки. Увидимся теперь на разгрузке. Подъехал я на сервис, сейчас будем машину разгружать, будем договариваться насчет цены, что-то как все будет ясно. Ну, вроде бы специализировали, посмотрим дальше. Сдал я свой автомобиль на ремонт, сейчас он будет, сегодня-завтра будет рассмотрено, что нужно по запчастям. Автосервис находится на Бахметьево 4. Вы знаете, внушает доверие. Так вот, насчет обмана, ребят, никогда не верьте, то, что вам что-то пришлют по объявлению. Ничего вам не пришлют. Вы просто переведете просто деньги зря. И все. Ну, не знаю, есть, конечно, вероятность то, что вам пришлют, но это очень маленько. Смысл им вам присылать что-то, если они могут продать это кому-то другому. Не могу понять. Ну вот. А я повелся, ребят. Ну, повелся, конечно же. Я захотел дешевых запчастей. Перечислил деньги. Мне говорят, за доставку переведи мне 2000, я тебе отправлю в этот же день. Я повелся, да. Ну куда деваться? Хочется, чтобы машина ездила. Я уже задолбался просто пешком ходить. Я уже просто не могу. Я перевел деньги. Он мне на следующий день, я ему звоню, он говорит, все в порядке, все, сейчас я документы оформлю и отошлю тебе. Я такой, блин, ну классно, вообще думаю, вот это, блин, даже меня не обманули, охренеть. Звоню в 2 часа дня, говорю, ну что там насчет документов, говорю, что там, как там вообще будет все это происходить. Он такой, сейчас, я ее уже отправил, короче. Осталось небольшое согласование, все. И мы тебе ее отправляем. Ну, я повелся, я начал радоваться, веселиться. Думаю, класс, все, у меня коробка придет, сейчас поставлю автоматики, буду дальше ездить. Ну вот и все, вот этим и закончилась моя история. Меня обманули, мне ничего не выслали, ни документов. Никаких, на коробку. Ничего, просто ничего. Так что не верьте в халяву и не думайте то, что вам что-то пришлют когда-то. Этого не может быть такого. Я оставлю, вы увидите сейчас номер этого человека, увидите страницу ВКонтакте. Если вы захотите, можете ему что-нибудь написать. Я буду очень рад, если вы ему напишите. Номер второй я тоже доставлю, его же. Так что пишите, звоните, что хотите, делайте. Ну, таких людей надо проучить, ребят. Помогите мне, я не прошу ничего. Так вот, почему я сейчас отогнал этот автосервис свою машину?
Я отогнал в автосервис свою машину, потому что хочу уже ездить на машине. Автомат я так и не нашел. Хотя мне предлагали за 80 тысяч купить, короче, автомат новый. Не стал ее покупать, потому что я нищеброд. У меня нет 80 тысяч. Я решил поставить механику. Позвонил в сервис, говорю, можно будет переделать мой автомобиль на механику. Мне сказали, да, возможно, 15 тысяч рублей, все дела. Привози запчасти, мы тебе сейчас напишем запчасти. Вот только что я был, общался с ними. И все. Мы тебе сделаем, будет круто. Будешь ездить, будешь радоваться. А сейчас все зависит, какие нужны будут запчасти и как нужно это все сделать. Прошить там, я не знаю, что нужно сделать еще. Вот так вот. Надеюсь, то, что у меня все удастся. И я в ближайшем будущем уже буду на автомобиле. Я уже замучился ходить пешком. Я хочу ездить, я хочу получать удовольствие от езды. Тем более сейчас весна. Куда же, блин, без машины весной? На даче не съездить, не повеселиться, не порадоваться, ночью не покататься. Я уже без ночного Воронежа уже не могу. У меня просто начинает ломать. Блог свой, что я снимаю. А вот девушки меня интересуют. Так. А, вот. Надо сзади сделать надпись, короче, дядя Митя на ютубе. Смотрите. Ну это будет, будет, будет. Все будет в дальнейшем. А, развитие идет. Спасибо вам, новым подписчикам, то, что вы на меня подписываетесь, старым, то, что вы смотрите и так далее. Надеюсь, то, что будет все хорошо, только надежда умирает последней. И думаю, то, что, блин, я хочу уже сесть в свой автомобиль, сесть, поехать, куда глаза глядят. У меня еще много, блин, историй, которые нужно рассказать, поведать. Буду надеяться, то, что у меня все это получится. Всем, кому понравилось видео, не забывайте на меня подписываться. Меня зовут дядя Митя. Всем удачи, всем пока.